Мы побывали в самом отдаленном населенном пункте Северского района, селе Тхамаха, Шабановского поселения. Изначально планировали посетить самый маленький детский сад в районе, но параллельно хочется рассказать побольше об этом, без сомнения, уникальном месте. Из Северской добраться туда можно в лучшем случае за час-полтора. Однако, если до станицы Смоленской мчишь с комфортом по асфальту, то дальше несколько десятков километров придется ехать по гравийке. Лучше с кондиционером, чтобы не глотать пыль. Именно подъездную дорогу тхамахинцы называют своей главной проблемой. Она не стоит на балансе ни поселения, ни района, она краевая. Ее, конечно, постоянно грейдируют и отсыпают, но в мечтах местных увидеть когда-нибудь ее в асфальтовом исполнении. В самой Тхамахе по результатам переписи около 200 жителей, однако живет здесь постоянно едва ли половина от этого числа. Одна из них – Зоя Галушка. Местные называют ее ангелом-хранителем. Зоя Николаевна как раз руководит местным садиком. Родилась в Тхамахе и помнит лучшие годы поселка. Кстати, в переводе с адыгейского «Тхамаха» означает «Богу поднесенная». Для нее так и есть. Вернувшись после длительного отсутствия, поняла, что наконец дома. Закончила сельхозинститут, работала очень долго, много лет в Смоленском колхозе агрономом. Я ученый-агроном по специальности. Потом мы выехали в Тбилиси, я жила в Тбилиси 10 лет. Потом началась там война, у меня муж был оттуда. Началась война, и мы переехали сюда. Переехали сюда, на мою родину. Я дом свой не продавала родительский, и мне было куда вернуться. Перспектив и возможностей было много, но сердце подсказало, что дома лучше. Я нужна своим людям, вы понимаете? Во-первых, я очень люблю свою родину. Потом я уже не такой молодой человек, уже надо домой. Папа мне говорил, завещание давал, никогда не продавай, еще маленькая у него подмышка лежу, никогда не продавай родительский дом, никогда от него не будешь богатой. И вот этот дом столько лет меня ждал. Зоя Николаевна возглавляет молдавскую диаспору Северского района. Ее предки поселились здесь после окончания Кавказской войны, заселив в том числе и территорию нынешней Тхамахи. На родине земля была дорогой и дефицитной, хотя и здесь ее пришлось осваивать в поте лица, рискуя, сталкиваясь с горским населением. Приехали сюда мой прадед и привез моего деда 17 лет. Как таковой Тхамахи не существовало. Вот. Жили все на хуторах. Вот, на хуторах жили. Значит, и они сейчас так называются здесь. Вот у нас Янкин сад, Ковалева по фамилиям. Вот наш, например, назывался Галушкина щель. Да, представляете? До сих пор так называется. Там люди косят сенокосы. Ну а с 1920-х годов наступил период коллективизации. Люди начали покидать окрестные хутора, и Тхамаху начали отстраивать и развивать. Здесь открылся Дом культуры, а в 1984 году и детский сад. На тот момент посещали его около 60 человек. На сохранившихся фото день открытия. Сегодня здесь 12 ребятишек. Это единственный сад на 3 населенных пункта – Тхамаху, село Шабановское и поселок Мирный. Работает здесь единственная в районе разновозрастная группа. Самому маленькому воспитаннику еще нет и года. Пару лет назад полностью заменили кровлю здания. Ландшафтными работами занимается персонал. Пышные клумбы радуют глаз, стараются. Для детей обустроили уютный спортивный зал. Прогулки летом проходят под сенью большого дуба. Он так основательно пустил корни, что слегка нарушил целостность асфальта. Зое Николаевне посоветовали их подрезать. Вот только после этого дерево может погибнуть. Рука не поднимается. Этот дуб напоминает о ее собственных корнях. Женщина с любовью показывает фотографии. Отец и дядя – фронтовики. На этом черно-белом снимке ветераны Великой Отечественной войны, проживавшие в Тхамахе в 1980-х годах. Крайне слева – ее отец, рядом дядя. Теперь уже никого из них не осталось, вздыхает Зоя Николаевна. Но в своей семье она всегда старалась хранить традиции и никогда не забывать о том, чему учили родители. Знает и родной язык, но поговорить на молдавском есть возможность только со старожилами. Молодежь уже не знает языка. До войны здесь было, еще преподавался молдавский язык. Потом уже после войны молдавского языка не стало. Все.
пришли, пришли другие эти указания, и почему-то или учителя не нашли, или что-то, ну, в общем, или не ввели в это расписание. Ну, короче, я уже училась, когда в 60-х годах уже не было. Можете что-нибудь сказать? Евграиск молдавнешний, я говорю по-молдавски. Вот. Евлюбеск пивой, я люблю вас. Красиво. Где макасы, допустим, ну, пойдемте домой. Ежегодно молдавская община участвует в фестивале «Диаспор» во время празднования Дня Северского района. И бывает это всегда весело и вкусно. Спасибо, район нас приглашает, не забывает, что есть тут национальная диаспора. Вот. Ну, и есть хорошо, что такие люди, которые не теряют свой язык, не стесняются. А что стесняться? Стесняться нечего, это так случилось. Переезды за землей. Зоя Николаевна дорожит и своей работой. Сохранить детский сад при любом количестве детворы для нее сейчас святое дело. Для 9 работников учреждения, воспитателей, дворников, охранника – это фактически единственное место, где можно официально трудиться в селе. Кроме соцзащиты и детского дошкольного учреждения, ничего не осталось. Ну, я считаю, пока мы живы, то Тхамаха будет жить. Единственное, конечно, не хватает работы. Было бы здесь больше людей. Так в основном дачники, пенсионеры. Вспоминает о прошлых временах и Светлана Волкова. Прожив долгое время в поселке Афипском, выйдя на пенсию вместе с мужем, решили вернуться домой и встретить старость в Тхамахе. Выйду здесь свежий воздух, у меня огурцы свои, помидоры свои, все у меня, цветы у меня цветут везде в палисадниках. Выйдешь и жить хочется, радуешься вот жизни. Просто вот выйду так вот, посмотрю, да горы, все, господи, как ты все это сделал? Вот какая красота везде, а мы вот как бы не замечаем ее. Несколько десятков лет назад жизнь в селе для нее выглядела совсем иначе. Работали заводы. Работал завод у нас, 2-3 завода у нас работало, лесничество. Было все, людей было. У нас вот нету работы. Если бы была бы какие-то хотя бы что-то, какие-то бы там завод, какую-то фабричку открыли, кто-то что-то, конечно, людей бы подтянулось много. Вот отсюда от нас, через перевал, 50 километров ровно, вот выезжаешь вот отсюда, например, вот, ну, я чуть-чуть ниже живу, до самой Джубки, до пляжа, 50 километров. 50. Вы представляете, если даже бы вот сделали бы нам асфальт, все, где-то как кто-то поставил бы торговую точку, где-то поставил кто-то торговый павильон, конечно, здесь бы где-то какую-то здравницу поставили. Однако прогресс потихоньку двигается в сторону села. Местная администрация, переехавшая в здание бывшей тхамахинской школы, которую закрыли из-за недостаточного количества учеников, изготовила схему газоснабжения. Впереди серьезная работа по строительству газопровода. Тянуть его планируют из поселка Мирный соседнего Горячеключевского района. Оттуда ближе. Кстати, до 60-х годов наша Тхамаха вообще относилась к Горячему Ключу. Сейчас это достояние Северского района – с необычайной природой и туристическим потенциалом. Здесь нет центрального водопровода, у каждого во дворе колодец. Сохранились и общественные на улицах, которые берегут и стремятся сохранить. Пару раз в неделю ходит маршрутка, на которой можно доехать до Смоленской или Северской. Есть электричество и интернет. С нетерпением ждут газ. Небольшое число местных жителей, таких как Зоя Николаевна Галушко, не представляют себе иного места для проживания. Это их дом, земля, поднесенная Богу.